легендарные внучата, вы находитесь на канале Бабка Шоу, и сегодня мы с вами пришли в Леди Баг и Супер Кот Роблокс, а именно в Миракулоус. Ребятки, вы спросите, зачем я сюда пришла, на самом деле есть причина. Вышло новое обновление, сегодня я вам про него расскажу, ну и конечно же, я выпросила у разработчицы еще один код на 5000 монет. Поэтому сегодня я вам его покажу, это мой личный промокод. Если в прошлый раз это был совместный промокод с Катей, Катя Плей ТВ, то сегодня свой промокод. Ну и покажу все коды в этой игре, и конечно же расскажу про это новое обновление в Роблоксе. Оно того стоит на самом деле, но я еще не купила этот самый, в общем, как сказать-то, пак. Пока что, в общем, не дошли у меня руки. Поэтому, как только куплю, сделаю больше, более подробный обзор, в общем. Все, ребятки, давайте начинать. Ребятки, смотрите, что появилось в новом обновлении. Это вот такой вот эксклюзивный набор Kitty Session Pack, ребята. Это вот такой вот наш, так сказать, набор, короче говоря, Kitty. Если вы не знаете, что это команда кошечек или группа кошечки. Я не помню, как она называлась именно у нас в Леди Баг Суперкоте. Ну, в принципе, это вот такая вот прикольная группа с Лукой в центре, так сказать. Короче, он являлся вроде как главным, насколько я понимаю, в этой группе. И играл на гитаре. Ребятки, вот такой вот классный набор. Он стоит 350 робуксов. Плюс к этому вы получите 5000 монет на свой аккаунт. То есть, если вы это купите, вы еще и получите 5000 монет. Плюс 4 новых эксклюзивных аватара. То есть, наших 4 персонажа. Давайте мы прямо сейчас посмотрим, как они выглядят непосредственно в нашем редакторе персонажа. Вот, ребятки. Это у нас КС Роуз. Это КС Джулика. В общем, Kitty Section, насколько я понимаю, это переводится. И чтобы их использовать, нужно, конечно же, купить этот пак. Также, ребятки, КС Лука и КС Айван. Вот как они выглядят. То есть, Лука у нас тут тоже есть. Ну, в принципе, мне обычно Лука больше нравится, на самом деле, чем этот Kitty Section. Но очень даже милый набор. Думаю, что его есть место, на самом деле, ему есть место быть. И вау, откуда у него такой прикольный ник? Смотрите, оранжевого цвета. Очень даже, на самом деле, симпатичный. Возможно, это где-то можно купить, но я пока что, если честно, не знаю. Вау, ребятки, а тут еще и желтый ник. А как такое сделать? Объясните, пожалуйста, я тоже хочу. Нифига себе, ребятки. Кстати, а у меня же тоже есть персы. Давайте прямо сейчас протестим. Я вот купила себе набор, если честно, его еще ни разу не юзала, поэтому давайте просто чекнем, что я теперь могу делать. Допустим, давайте я прямо сейчас возьму, например, Хлою и попробую перевоплотиться в Леди Пчелу. У меня получится это сделать, интересно, или нет? Давайте чекнем, ребятки. Так, во-первых, я хочу посмотреть акуматизирование Хлои, потому что я, честно, его еще не видела. То есть, у меня был персонаж, он просто оставался. И вау, ребята, вот это да. Смотрите, я стала просто-напросто Леди Баг. То есть, черная Леди Баг, это очень-очень классно. Антибаг, да, вроде бы она называлась. Ух ты, мне нравится, на самом деле, мне нравится. Не зря купила эти наборы. Давайте попробуем перевоплотиться, например, в Люку Вайпериона, потому что я тоже его еще ни разу не тестила. Только где делается это самое перевоплощение? Потому что вроде бы... Так, Калки Сас... Сас, по-моему, да, если я не ошибаюсь, его зовут. Давайте попробуем перевоплотиться. И, ну-ка, ребятки, смотрим, как перевоплощается наш Люка. Лук. Короче, смотрим, ребятки. Перевоплощается. Ты что-то медлишь, по-моему, тебе не кажется? Что-то как-то долго перевоплощаешься. Короче, ребятки. И вот таким вот образом наша Люка становится Вайперионом и получает себе суперспособности. Я могу, конечно, купить прямо сейчас себе огромное количество здесь всяких квами. Смотрите, здесь есть у меня почти 20 тысяч. Давайте купим сейчас Саса, короче говоря. Но мне его не было. В принципе, персонаж очень интересный. Мне он лично нравится. Все, я, в общем, его купила себе. И теперь у меня квами Саса. Давайте проверим. Тут есть второй шанс, интересно. Ну-ка, ребятки, нажимаю на кнопочку С. Да, это, кажется, по-моему, что-то похоже на второй шанс. И плюс у него есть лира, которую он может использовать. Все, ребятки, я, в принципе, поняла. Вот такая вот прикольная штукенция. Думаю, за это можно поставить лайк. Ну и, конечно же, ребятки, пора вводить промокоды в этой замечательной игре. Ведь я специально для вас, у разработчицы, выпросила промокод. Я ей пишу спасибо, конечно, за то, что вы дали мне первый промокод. Но я хочу еще один для своих подписчиков. Он будет работать 100 тысяч раз, поэтому его вы можете ввести. И звучит он как Бабка Шоу, ребятки. Понятное дело, я бы создала промокод только со своим именем. Бабка Шоу. Прямо сейчас покажу, как он вписывается и что вы сможете получить за этот самый промокодик. Если вы не знаете, где вписываются промокоды, это делается здесь. Нажимайте на плюсик, то есть в том же самом месте, где можно купить денежки. Нажимайте на плюс, и вот, ребятки, как видите, у меня здесь есть почти все, кроме вот этого вот набора за 350 робуксов. Ну и, конечно же, новые паки будут выходить скоро. Я обязательно сниму обновление и расскажу вам, какие паки у нас появились, когда они непосредственно появятся в игре. Ребятки, первый наш промокод на сегодня как раз-таки тот самый, который я создала для вас специально. Только
Бабка, пожалуйста, подпишитесь за то, что я вам его выбила у разработчицы. Выглядит он как Бабка Шоу пишется подобным образом. Нажимаем на кнопочку Claim, ребятки, код Claim It. И как видите, я получила целых 5000 на свой аккаунт. У меня было 14840, теперь 19840. И я могу купить себе еще одного Клами, это просто шикарно. Кого же мне на этот раз купить себе, если честно, даже не знаю, кого мне не хватает. Смотрите. Так, тики. Что у меня нету тики? Давайте, ребятки, мы сейчас с вами купим, короче говоря, тики. Потом мы с вами купим, кто же мне нравится больше всех. Нур у меня есть, Дусу или Калки, ребятки. Вот тут я не знаю, на самом деле. Давайте купим, короче, Лонг. Мне он тоже, на самом деле, очень даже нравится. А есть еще очень классное предположение по поводу того, что скоро появится мультимыш. То есть, ребятки, разработчица, в общем, никак об этом не выражалась, но я думаю, что очень скоро появится мультимыш в этой игре. Плюс об этом тоже думает Катя, она мне об этом рассказывала. Спасибо большое за информацию. Ребятки, давайте прямо сейчас вводить следующий промокод, потому что он у нас тоже есть, и мы прямо сейчас его должны с вами ввести и получить еще немножечко монет. Если вы еще не активировали прошлый промокод, то звучит он как Катя and Бабка. Вы его тоже можете ввести Катя and Бабка. Подобным образом пишите и нажимайте на кнопочку Claim. Нажимаем, ребятки. В принципе, как видите, я его уже получала, но получите вы за него целых 5000 монет, и работает он 100 тысяч использований. Поэтому используйте обязательно и получайте эти самые вещицы. Подождите, ребятки, говорят то, что Ким добавили в игру. Давайте прямо сейчас мы с вами проверим. Я не знаю, откуда такая информация, но я вот прям не заметила вначале. Оказывается, Ким добавили в игру. Где же ты находишься? Чё-то я его не могу найти. А ну-ка, Ким, ты где? Вот он, ребятки, вот он. Ким, смотрите, какой красавчик. Его у нас добавили в игру. И кажется, как вы думаете, можно ли аккуматизироваться? Давайте попробуем прямо сейчас. Включаем аккуматизацию. А, подождите, нет, это же Вайперион. Перепутала, хорошо. Так, ребятки, нам с вами нужно где? Это аккуматизейт. Аккуматизейт. Ты где? Ты где? Вот она, ребятки. Аккуматизация. Давайте включаем и смотрим, в кого же превратится наш Ким. А сможет ли он в кого-нибудь вообще превратиться? Если злодей Ким, ну-ка, ребятки, смотрим. И нет, к сожалению, пока что модельку злодея ему не добавили. Не помню, если честно, был ли в мультфильме Ким задействован, в общем, в злодействе. По-моему, был. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Короче говоря, ребятки, добавили у нас Кима. Что же добавили еще? Сейчас тоже вам расскажу. Оказывается, это еще не все, представляете? Ребята, в общем, смотрите, есть персонаж, который называется Queen Wasp. Вот, ребятки, какой красивый. Это у нас Леди Пчела, аккуматизированная, так сказать. Короче говоря, злая. И ей добавили новые суперспособности, только, если честно, я не знаю, где их можно активировать, каким образом. Наверное, нужно взять полон, то есть нашу, так сказать, Леди Пчелу, но я, если честно, у меня денежек не хватает, поэтому давайте вводить промокоды поскорее, что-то я много говорю и мало показываю. Ребят, давайте прямо сейчас посмотрим на промокоды в этой игре. Итак, ребята, наш следующий промокод — это промокод Fun Times, и прямо сейчас, когда мы его введем, получим еще 5000 монет. Вы готовы? Нажимаем на кнопочку Claim, код Claim, и ты получаем 5000 монет. Отлично! Просто шикарно, ребятки. Также у нас есть промокод, который был в прошлом видеоролике. Это промокод ОКЕХ. Давайте мы его тоже введем. Он дает 5000 монет, если вы, конечно, еще не забирали этот кодик. Также, ребята, промокод, который звучит как МЕРУГЛИ. Мы его точно еще не вводили. Давайте прямо сейчас и введем. Пишется подобным образом МЕРУГЛИ. Нажимаем на кнопочку Клейм, ребятки. Еще 5000 монет. Отлично. Теперь у меня 14000 монет, и я могу купить себе еще одного Квами. Но я хочу еще, поэтому сейчас введу следующий наш промокод, который звучит как МИРАКУЛОУС ГОУТ, ребята. Козел МИРАКУЛОУС. Давайте прямо сейчас ведем Miraculous Goat. Вроде бы все правильно я написала, не знаю, надеюсь, не ошиблась. Нажимаем на кнопочку Claim, ребятки. Отлично, еще 5000 монет, и есть еще один промокод. Ребята, следующий наш промокод на сегодня — это BelinHapop Games. Короче говоря, давайте прямо сейчас ведем BelinHapop Games. Вроде бы вот подобным образом это пишется. Нажимаем на кнопочку Claim, ребята. Код Claim 24840. Теперь я точно могу позволить себе абсолютно все. Вот, ребята, в суперсилах, похоже, уже можно купить Queen Wasp. Это у нас две новые способности. Queen Wasp B-Fly, полет пчелы, и Queen Wasp Swarm. Это когда, помните, аккуматизировались абсолютно все и летело огромное количество пчелок. Все, 25000 у меня есть, я могу накупить себе огромное количество всего. Ну, пожалуй, сначала куплю всех Квами. Это, конечно же, Дусу, ребятки. Дусу, расправь крылья. Вроде бы это подобным образом звучало, я не помню. Потом, ребятки, Калки, конечно же, наша та лошадь. Потом, что у нас там еще есть? Полон, ребятки, это у нас Леди Пчела.
и, конечно же, Вайс. Вайс и... ну-ка, Вайс Панцирь, да, по-моему, он говорил. И Трикс. Трикс, дай лапу. Все, ребятки, кажись, денег мне хватило только на это, но теперь у меня есть абсолютно все к вами. Это супер-пупер круто. Поздравьте меня в комментариях. Ну все, ребятки, к сожалению, больше я вам показать не смогу. Это все, что я могла вам, в принципе, показать на сегодняшнем видеоролике. Это вот такое вот у нас интересное обновление. Коды я выпросила. Больше выпросить, наверное, не смогу, разработчица. Ну, как только мне либо предоставят, либо я куплю этот самый набор, то покажу эту самую банду Китти. И, конечно же, сделаю еще один дополнительный обзор. А вы следите за моим каналом, обязательно подпишитесь на него, поставьте лайк, чтобы видеоролики выходили еще чаще. Всем удачи, всем пока, встретимся в следующем видеоролике. А я пойду фармить монеты для того, чтобы купить себе новых персонажей, потому что мне уж больно понравилось что-то покупать себе что-нибудь. Вообще, покупать во всех играх очень круто, поэтому я пойду фармить для того, чтобы купить себе новые квани, ну точнее, суперспособности для злодеев. Все, ребятки, всем пока!